На острове Канта снова многолюдно. На этот раз калининградцы встречают участников международного ралли-марафона электромобилей «Талсинки Монте-Карло-2018». Один из этих экипажей – калининградский, аспирант КГТУ Андрей Задорожный и его коллега из БФУ имени Канта Максим Новиков неустанно рассказывают всем желающим детали марафона. Честно, не ожидали немножко, потому что для всех участников это было впервые. Мы немножко еще до конца не понимали, как нужно ездить, что для этого нужно, чтобы победить. Но все прошло успешно, и мы рады. Калининградцы соревнуются с представителями 5 иностранных университетов, среди которых есть даже представители Японии. Помимо студенческих команд, в ралли может принять участие любой желающий, достаточно владеть электромобилем. Автомобиль Nissan Leaf 2018 года Nissan предоставил всем студенческим командам по электромобилю. Конечно же, первое, что такого опыта вождения на таких расстояниях электромобиля у меня еще не было. Машина комфортная, абсолютно бесшумная. Мы, я думаю, проедемся, посмотрим, как это все выглядит. Сбор на острове Канта посвящен прохождению очередного этапа из Советска до Калининграда и подведению его итога. Организаторы вкратце объясняют суть соревнований и приступают к награждению. Победа на калининградской земле досталась нашему экипажу, который по прохождении четверти пути находится на лидирующих позициях. Ребята получают заслуженные медали и практически сразу снова отправляются в путь. Впереди еще множество этапов. Завершиться марафон должен 29 сентября в Монте-Карло. Сергей Благов, Михаил Михайловский, специально для Свод Медиа.